Известный в Российской Федерации тиктокер и блогер Даня Милохин в настоящее время объявлен в розыск. Об этом сообщают представители средств массовой информации со ссылками на собственные источники. Знаменитость объявили в розыск, поскольку такое заявление поступило от военкомата Южного российского города Анапы. В связи с информацией собеседника журналистов, Милохин в недавний свой приезд на территорию Российской Федерации был зарегистрирован в городе Москве. Тем не менее, молодой человек не вставал на учет по месту жительства. Однако, по данным онлайн-базы МВД России, блогер даже сейчас отнюдь не находится в федеральном розыске. Ранее блогер с осени 2022 года находился в Дубае, но в сентябре 2023 года вернулся в Москву. После новостей о том, что его, возможно, призовут на службу в армию, тиктокер экстренно ночью вылетел из столицы назад, в Дубай. По данным МЭШ, он покинул Москву около недели назад рейсом эконом-класса. Призвать тиктокера в армию попросила Минобороны глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее в Госдуме анонсировали закон о серийных доносчиках после отъезда Милохина из-за Мизулиной.